Ну, отлично, что выиграли, конечно. Я считаю, что такую игру при счете 3-2, осталось там 6 минут до конца, по-моему, должны доводить до победы и спокойно выигрывать. Сами себе усложняем, и приходится вот так как-то там. Где-то нам повезло, конечно. Но... За счет чего все-таки в концовке? Удача? Ну, характер где-то проявили, наверное, и удача немаловажный фактор, я считаю. Во втором матче подряд Салават Юлаев выигрывает в концовке. Вот откуда взялась такая желание? Из «Динамо» должны были, вели там, и должны были доводить третий период, играть тоже в обороне, без глупых ошибок, где-то попроще сыграть и доводить игру до победного, спокойно, не так, как эти две игры. Хорошо, что так получилось. Ваша победная шайба, все задумывали так или получилось по наитию? Да, как пошло, так пошло, и ничего, даже не задумывал, как там задумаешь-то.